Готовить сани летом, активно запасаясь витаминами, а прививаться осенью. Такая перефразированная поговорка как нельзя лучше отражает мудрость, с которой в последние годы врачи подходят к эпидсезону. Годы работы показали, уже 40% привитых – гарантия того, что эпидемии не будет. Число заболевших гриппом тем меньше, чем больше людей сделали прививку. Так, в 2009 году в районе острые респираторные инфекции перенесли 32 тысячи человек. В прошлом году вдвое меньше. Накануне нового эпидсезона мазырянам уже сегодня предлагают провести вакцинацию. В каждой поликлинике городской мы предоставляем услугу в частном порядке. На платной основе люди могут привиться вакциной Influvac. Это производство Голландии. Вакцина хорошая, то есть, что говорят, что китайская или российская, нет, на самом деле качественная вакцина, то есть если так судить по стране-производителю, стоимость вакцины всего лишь 162 тысячи рублей. Бесплатно привиться предложат людям из групп риска, тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также детям. Аргументы против прививки – сомнения в правильности прогноза относительно штаммов вируса, которые, по мнению ВОЗ, будут циркулировать в этом году. Однако по статистике прогнозы совпадают в 90% случаев. Мы очень рассчитываем, что этот год будет примерно таким же, как и предыдущих два года по заболеваемости, когда мы не закрывали на карантины детские сады, школы, когда работали в штатном режиме наши лечебные организации здравоохранения, скорая помощь. Всем было комфортно работать, потому что эпидподъем не был таким высоким, контролируемым. И не было таких вспышек, как раньше предыдущие годы, в 2009, в 2010 году. Прививка – цивилизованный способ заботы о здоровье. И с каждым годом людей, полагающихся на авось, становится меньше. В этом году планируется привить от гриппа почти 52 тысячи человек. Из них 12 тысяч детей. Договора на проведение вакцинации заключены со 159 предприятиями. Ведь вклад в здоровье сотрудников окупается отсутствием больничных листов и стабильной работой. Прививку можно сделать в любой поликлинике. Вакцина позволит сформировать надежный иммунитет уже спустя 15-20 дней после прививки, а сохранится он в течение 9-12 месяцев. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Музырь».